Скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? Я на спектакль «Иисус Христос и звезда». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играли актеры? Очень понравился вокал Глеба Матвейчука, который не может оставить равнодушным. Очень под впечатлением спектакля сейчас, как бы, необычные такие впечатления, очень понравилось. На каких местах сидели, как вам было? Сидела в 12-м ряду, прекрасно было видно, не столько видно, значит, сколько энергетик, все передавалось прекрасно. Могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Да, я, безусловно, рекомендую всем, у кого появится возможность, посетить этот спектакль. И я очень уверена, что вы получите массу впечатлений. Хорошо, спасибо, девушка, за отзыв.